21 ноября в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялся фестиваль «Телелестница-2017». Мероприятие, посвященное награждению студентов по итогам летней практики, проходит здесь не первый год. Студентов вторых, третьих и четвертых курсов награждали приглашенные гости. Студенты возвращаются с летней практики уже с какими-то победами и успехами. И мы решили, чтобы об этих победах и успехах узнал как можно больше людей. И как показывает нынешний фестиваль, традиция, она у нас, в общем, получила развитие. То есть в этом году фестиваль превратился в настоящий праздник. В этом году фестиваль перерос в совершенно иной формат. Вновь прибывшие первокурсники с большим энтузиазмом подошли к этому мероприятию. Зажигательные танцы, песни, стихи и, конечно же, смешной видеоролик с ляпами во время самопрезентации. Гран-при фестиваля досталось студентке третьего курса Регине Рафиковой. Стоит отметить, что в этом году ежегодный фестиваль «Телелестница» приурочен ко дню телевидения, который с большим размахом отмечают на кафедре телевещания и телепроизводства. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.